Салют, народ, с вами Виолент, и мы продолжаем с вами смотреть моды в GTA 5, и сегодня у нас Фредди будет грабить. Есть такой скрипт, который позволяет нам грабить людей. Я еще не пробовал, я не знаю, работает, не работает, но сегодня мы это, ребят, проверим. Мы будем грабить прям с этой большой пушки, с РПГ, блин, чертовы ублюдки, чертов ублюдок, Фредди. Да, ему нравится падать головой вниз, как обычно. И, походу, ему пипец, как это нравится делать. Значит, что, ребят? Нам надо просто подойти к человечку, наставить на него пушку, и он нам будет отдавать кошелек. Бабло, все свое бабло. Это было написано в описании к моду. Поэтому, ребят, поддержите видео лайком, мне будет очень приятно. Я буду вам благодарен, если каждый из вас поставит мне лайкусик. Вот прямо сейчас бери и ставь, братан. Если ты, конечно, братан, то можешь ставить. Ну и, конечно, если ты девчонка, то обязательно тоже надо тебе поставить лайкусик. И Фредди будет просто доволен. Давайте попробуем спугнем. О, смотрите, как какой-то бич идет. Он похож на бича. Я не думаю, что у него есть бабло, и он несет подарок, походу, себе в дом. Потому что он сегодня будет отмечать... Ну, я не знаю, что отмечаю. Обычно бичи ничего не отмечают, они просто заливают себе в глотку. И поэтому давайте попробуем с РПГ грабить. Такого еще никогда не было, и я думаю, как он отреагирует. Давайте ставить ставки, ребят. Даст он нам бабло, или все-таки он убежит? А ну, мразь! Дал мне кэш свой, быстро! Я знаю... Пропитый ублюдок! Смотри, мне он дал бабки, и... Он выбросил свою стаканчик. Не стаканчик, а водичку. Водичку свою выбросил. Я уже забывать стал, как называются предметы. Давайте побежим за ним. Все-таки он нам отдал. И не надо за ним бежать. Я не знаю, зачем мы бежим. Давайте попробуем, ребят, грабанем копов. Это, как вы поняли, уже такой скрипт. Это не просто... Они нам просто отдают кошелечек свой. А ну, мент! Отдал мне кошелек свой. Дай мне бабло. Походу, менты не хотят мне отдавать мне бабло, как видите. Они просто охреневшие. Они просто стреляют, даже не ссут. Так. Я пропал, черт возьми, мадафака. Вот теперь я прямо ему в яйца заехал. Походу, ему было очень приятно. Так же приятно, когда вы мне ставите лайки. Точнее, когда вы мне не ставите лайки. Поэтому, чтобы было приятно, надо поставить лайк. Так, смотрите, здесь копы охренеть как припарковались. Я вообще выйду с отсюда или нет? Короче, вы поняли, что купе они не хотят нам отдавать свои бабосики. Ведь они, походу, и так мало зарабатывают, да? А мы еще и грабим. Ну да фиг с ними. Давайте отправимся куда-нибудь вглубь карты и посмотрим, на что люди там способны. Надо... Я знаю, к кому ехать. Надо, ребят, ехать к балосам. Мне пробили колесо. Офигеть, вот это был занос. Вот это был занос, даже заносом нельзя назвать, мне просто пробили колеса. Давайте поедем к балосам, балосы где-то здесь находятся, их мне район. И я хочу проверить, как мне балосы будут отдавать свои мани. Вот давайте прям при копах грабанем. Только давайте что-нибудь получше возьмем, вот допустим вот эту винтовочку. Автоматик, стоять! Чел, давай мне бабки гони, быстро! Он отдал мне бабки, все, отпускаем его. Плохих людей не будем отпускать. Это уже тачка пробита, мусоровоз можно взять. Стоять. Давайте вот эту вот тачку гоним. Опа, хорошо, тихо. На меня не надо же, тачка. Я знаю, что ты там, который сидящий внутри тачки, нажал на газ, когда я тебя убил, но ничего, мазафака. Вываливайся с отсюда. И мы уезжаем, быстро валим. 3 звезды нам дали всего лишь. Всего лишь, это на все, что они способны. Нифига себе. Блин, почему Фредди водить не умеет, ребят? Как это объяснимо? Ого, такси даже заехало, смотрите куда. Просто жесть какая-то происходит. Они, походу, шипы опять наставили, но мы с вами про... мы с вами не проедем просто так. Мы проехали по шипам, я думал, мы объедем. Но, как вы видели, нифига с этого не получается у нас. Только шипы и пробиваем. Колеса пробиваем. Черт возьми, что я стал нести? Мы шипы пробиваем, прикиньте. Как можно пробить шипы, ведь они и так железные. С чего они там сделали? Опа, ни хрена себе, в бильярд поиграли уже. Ребят, да в этом ролике все вместе. Поэтому уже прям надо поставить лайк. Огромный, потому что мы уже поиграли в бильярд, пограбили уже все, что только не сделали. Блин, мне нравится эта машина.
Я на ней никогда не ездил, давайте возьмем ее. Слышь, чувак, вылазь давай быстро. Че, я с тобой буду что ли разговаривать? Я просто тебе прихлопну и все. Фредди хочет все-таки сесть. А давайте мы с вами сделаем еще братишек, братьев наших. Пусть они садятся. Но они все сюда не влезут, конечно. Они прицепятся, я не знаю просто. Здесь есть место, чтобы прицепиться, Фредди? Давай, садись. Нет, Фредди не хочет садиться. Только один Фредди сел. Ну и да фиг с ними. Грузовик конкретно рвет. Топовый грузовик, и Фредди там забавно сидят. Мне очень нравится. Блин, эти просто... Это турбоускорение для машин, это оно просто офигенное. Мне оно очень нравится. Вам, кстати, нравится оно или нет? Оно, блин, вот реальное. Кому интересно, это называется... Реал Турбо, вроде бы, как-то так. Смотрю, была такая тачка. То есть, реальное ускорение. Так, мы вроде приехали с вами, как бы и не приехали, непонятно. Да, нам еще вперед чуть-чуть ехать. И там будет Баллас в район. Баллас уже себе едет на точку. А мы с вами его опередим, естественно. Мы и так уже опередили, тут копы. Мне кажется, копов как-то надо избавиться от копов. А то они как-то нам чуть-чуть мешают. Давайте чуть-чуть их убавим. А то они вообще какие-то дикие становятся. Давайте их вообще отключим. На пару минуточек, так можно сказать. Значит, смотрите, нигеры, я к вам приехал. Сейчас будем с вами... О, давайте укокошим тачку. Опа! Краш-тест прям сразу. Охренеть, мы откинули просто его тачку. Балластную тачку. Жесть. Смотри, нигер вылазит. Это... А, это нигер, состоять. Бабки, я знаю, что тебе много бабок. Молодец, крошка. Хотя ты не похожа на крошку, ты похожа... Я не знаю, на что, я не буду говорить. Я не буду тебя обсирать, ладно. Можешь бежать спокойно, со своей душой спокойной. Смотри, коп. Мы отключили копов, давайте посмотрим, отдаст он бабки нам или нет. Ни хрена он дергается, как паралитик. Давай, Фредди, загаси его. Молодец. Молодец, Фредди, у него нож. Смотри, пырай его, давай пырни. Он на меня агрится, братан. Я знаю, что ты его можешь убить. Давай, прихлопни эту черную коповскую мразь. Давай, гаси, смотри. Молодец, Фредди. За это уже вы должны поставить лайк. Он укокошил. Смотрите, какой у него ствол огромный был. Жесть. Ну, у меня побольше, конечно. Так, смотрите, здесь еще черное есть. Вон балласы. Прям два стоять. Стоять. Ни хрена. Какой Мэтт? Пошел нахрен отсюда, слышишь? Дружок, я тебя нахрен сейчас в заложники возьму, ублюдок. Че, заложники не работают? Черт возьми, вот! Что? Ты перестал... хотел жить? Ну тогда получай, ублюдок. Бам. Смотри, Фредди, я надеюсь, тебе понравилось. Потому что это было очень круто. Блин, балласы здесь просто охренели. Походу, пора доставать какой-нибудь дробовик. Мне нравится с дробаша стрелять. Опа! Это хорошая штука будет. Глядите, как отлетает. Смотри, они не хотят платить мне бабки, они не хотят. Мы решили, приехали к балласам, чтобы их обворовать, потому что они богатые, они носят большие цепи на своих шеях, часы за дорогущую цену, цепи. И что они позволяют себе? Даже пушки у них крутые. Блин, и говнюки, они не хотят отдавать мне бабки. Что за дела, ребят? Как это вообще понимать? Даже дамочку, которая хотела убежать. Давайте побольше Фредди сделаем. Почему-то их мало. Допустим, вот столько, я думаю, хватит. Ну что, Фредди, вы готовы повеселиться сегодня? Давайте нахрен крушить здесь, доставайте свои РПГ. И взрываем все, что здесь взрывается. Копы, походу, они... Нет, не копы, а балласы. Они просто охренели и попрятались все в свои дома, походу. Ни хрена себе, смотрите, что происходит. Они гонятся, давайте я помогу вам, менты. Стой, 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 сказал. Смотри, они... Говнюк, а? Смотри, какой говнюк. Давайте ему расхватим тачку. Менты, принимайте его. Принимайте, он сдох. Я не знаю, как вы его будете садить. Но вдруг есть внизу, там, где хоронишь. Это... Решетка. Нет? Ого, приехали пожар... Ой, пожарники, я всех сегодня путаю. Копы, а ну оружие брось. Сейчас тебе, Фредди, я сегодня не буду ничего делать. Фредди просто будет убивать вас. Опа, вот это было охрененно в животик. Вот это в животик он пырнул. Блин, у них такие большие стволы,
что, блин, жесть какая-то, смотрите, что происходит. Фредди до сих пор играется. Блин, это какая-то бомба, я не знаю. Мы должны с вами захватить поезд тоже. Потому что, вы знаете, мы поезд любим захватывать, мы ее еще тем более не грабили. Интересно, отдаст он бабки нам или нет, если мы поезд грабанем. Давайте сделаем какой-нибудь там, я не знаю, самолет, вертолет. Сейчас попробуем что-то наколдовать. Так, какой-нибудь нам самолетик. Так, это велосипеды, вот, делай это. Да, черт возьми, я угадал. Нам нужен этот самолет. Давайте сразу сделаем, чтобы он не взрывался, а то, я знаю, сейчас начнется. Фредди, садитесь. Я не знаю, сколько вас вместится, ну-ка. Смотри, они там ходят, высматривают. Вы высматриваете самолет? Да, он новый, конечно, он дорогой, но я могу себе позволить. Они, походу, садятся. Да, они садятся, ребят. Просто шикарно. Полный самолет Фредди. Что может быть лучше? Давайте сделаем еще пару. Я не знаю, сколько их там влезет, но... сесть, походу, может очень много людей. Давай, садись. Особенно плюшевых, Фредди. Так, почему-то эти стоят. Видимо, наверное, место уже становится мало, да? Фредди. Дополнительные Фредди, можно называть их так. Вы будете садиться в этот самолет? Или вас я сбью? Нет, они, походу, не хотят, они застыли. Они не хотят в этом принимать никакого участия. Блин. Пожарники и воскресатели жизней. Я даже забывать стал, как их вообще зовут. Походу, вообще уже память стара. Блин, как мы отсюда выйдем? Мы вообще выйдем отсюда или нет? Или я так буду долго Фредди отталкивать? Походу, это не самое лучшее решение было самолет создавать. Потому что мы здесь проехать не можем. Надо как-то это разбить все. К сожалению, это не могу все разбить. Давайте как-то здесь взлетим. Давайте сразу вообще метку поставим. А, где поезд находится? Ну, в принципе, он где-то здесь находится. Ну, как обычно, сюда полетим, потому что... Я не знаю, где он еще может быть. Но машины мне просто путь загородили. Что там Фредди делают? Они что-то достали? Такое чувство, что они что-то достали там. Походу, нам столбы мешают, ребят. Вам так не кажется? Пипец. Вот этот хотя бы ломается, а этот ни хрена-то не ломается. Походу, вообще здесь не взлетим. Слишком короткая улочка, надо было гидру. Но в гидре сядет мало народа. Давай, взлетай, черт возьми! Черт, балласты, походу, охреневают! Давай, 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 дерьмо кусок, давай, сделаем это. Вот покрыше, ты ж умеешь летать. Блин, жесть, я просто не хочу, чтобы они высаживались. Окей, я придумал, что мы можем сделать. Мы можем просто сделать одну вещь. Конечно, я не знаю, как поведет себя игра, но можно попробовать. Опачки. И мы нахрен уже летим, походу, нет? Мы все-таки до сих пор не летим. Да, зато мы можем... Опа, а вот и поезд. Вот, ребята, и поезд. Короче, не работает эта хрень. Это опасная причем хрень. Для именно самолета, для машины это не опасно, но... Для этого опасная. Блин, черт возьми, что происходит? Мы не можем просто вылететь отсюда. Он пытается, но он не может. Слишком короткие улочки. Нас нигеры обстреливают. Фредди нигеры обстреливают. Так, давай. Блин, сейчас опять заденем. Короче, мне дерьмо это надоело. Здесь невозможно просто управлять им. Я сдался. Так, с машины. Они будут выходить? Черт возьми, меня опять сбили. Почему они не атакуют? Давайте взорвем этот самолет, чтобы его никто не взял. Так, отлично. Ни хрена. А, ну да, в принципе, он не взрываем. Окей. Так, мне сейчас надо срочно куда-нибудь выбежать, чтобы создать самолет, и мы спокойно можем полететь. Вон, в принципе, я вижу большую улицу. Здесь можно где-то спрыгнуть? Там трамвай поехал. Да, здесь не спрыгнешь нигде. Но трамвай там поехал, и мы могли и трамвай ограбить. Потому что трамвай я еще не грабил. Здесь большая улица, я думаю, у нас все получится. Давайте попробуем. Так, значит, делаем с вами самолетик. Такой же большой. Так, уезжай отсюда, опачки. Садитесь, Фредди. Я вас жду. Sit down, please. Ой, смотри, там валяется один.
Вот, молодцы. Залазьте, залазьте, мои плюшевые, давайте. Я надеюсь, разгона здесь достаточно будет, чтобы взлететь. Ни хрена себе! Вы закрыли перед братишкой. Братишка сейчас другой откроет. Вот. А ты чё висишь в воздухе-то, а? Вот, отлично. Все, ребят. Вот эта машина, черт возьми, наверное, убит. Тихо. Да блин, не задень, не, мадафака. Есть. Да, черт возьми, мы с вами взлетели, ребят. Просто с центра города. Наконец-то. Теперь мы можем с вами лететь спокойно. Смотрите, Фредди там. Ху-ху-ху. Я, мой веселый Фредди. Нам все по силам. Да? Блин, им-то походу нравится. Я не знаю, у них есть парашюты, потому что... Я не буду припарковаться. Парковаться на самолете. Мы просто... Сделаем вот так для начала. Потом мы просто спрыгнем. Не знаю, как они отреагируют на это. Но... Они должны... Любить это дело. Блин, красота, просто жесть. Сколько уже играю в GTA 5 и просто офигеваю с красот, потому что это реально круто. Блин, я мастер просто вождения самолета. Смотрите, как я умею. Опачки. Прям над землей. А вы так умеете? Я умею. Даже нифига не зацепил. Ох, сейчас будет просто опасно. Где здесь наш поезд? Ну-ка, ветряки не заденут меня, я не заметил эту хрень, ни хрена. Мы только что не покончили жизнь самоубийством. Опа, сейчас, да, сейчас, вот сейчас покончим, походу. Сейчас, ребят, покончим. Так. Вот, кстати, здесь уже поездок должен где-то быть. Да? Да, есть. Есть эта дорога. Давайте наберем высоту. И сделаем банзай. Уху. Ни хрена себе. Братья, выпрыгивайте. Будет же плохо. Смотри, 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 они выпрыгнули. Один, походу, выпрыгнул. Где наш поезд? Идеально было бы сейчас на поезд прям. Я его слышу. Где он едет? Почему-то я слышу, но не вижу. Поезда. Поезд. Поезд. О, Фредди, привет. Ты выжил? Вы все выжили. Короче, я где-то слышу поезд. Где он может быть? Че, будем ждать? Это машина едет. Блин. Че бы такое, может, что-то какой-то транспорт сделать? Чтобы навстречу к нему поехать. Или он сейчас будет, Фредди? Я могу вас обворовать? Походу нет. Ну, черт возьми, по карте там вообще распределились, они конкретно. Мы все вместе были. Но где-то они остались. Давайте сделаем что-нибудь себе интересное. И сядем в это интересное. Вау, какая тачка. Садись, хотя бы один. Поедем с тобой встречать поезд. Нифига себе, какая машина. Просто бомба. Просто зверь. Ни хрена себе она тащит. Прям по трамвайным путям. А поезд должен ехать, по идее, навстречу нам. Поэтому погнали его встречать. В лоб. Потом Фредди еще сделаем. Если, конечно, будет мало. Давайте наберем просто нереальную скорость. Вау. Опа! Набрали мы большую скорость, конечно, видите, опасно так делать. Надо аккуратно с этим. Блин, мне интересно, мы можем ограбить вообще поезд или нет? Вот в этом вся и суть. А вон поезд едет. Оху! Черт возьми, да, мадафака? Мы можем это сделать. Мне надо, только надо машина еще одна. Фредди, быстро садись! Мы с тобой сейчас будем просто совершать нереальный прыжок. Садись, дурила! Есть. Есть. Да, деточка. Блин, а конфеточка. Что-то как-то не очень. Не очень получилось. А, где-то возвышенность там должна быть. Давай, давай, детка. У-ху!
Ни хрена себе! Прям офигенный бросок. Это был охрененный бросок. Ребят, это был топовый бросок. Да-да-да, здесь возвышенность была. Но, к сожалению, у нас что-то не получилось. Вот здесь вот. Вот здесь есть возвышенность. Давай, поезд, давай. Нам надо на вот эту вот фигню. Нет, не получилось, окей. Окей, мастер запрыгивания на поезд, вы знаете. Так, что у нас здесь? Вон возвышенность. Надо мне прям на вот эти вот две штукенции прыгнуть. Так. Опачки. Давай! Блин, а! Почти. Почти мы справились с этим, но машина реально рвет. Она реально рвет. Как видите, тяжело реально запрыгнуть. Пипец, какие мы быстрые. Так, я знаю, что сделать. Так. Ой, опасно! Черт возьми, ни хрена себе! О, да, черт возьми. Давай, прыгай, есть! Фу! Наконец-то! Давайте Фредди еще сделаем. Так, Фредди, приди ко мне во сне. Так, давай-ка сюда. Че вы все падаете, дурилы? Дурилы. Блин, неудобно. Вот, шикарно. Эти пропадают, конечно. О, хорошо. Еще... Ой, хорошо, ребятки, давайте, погнали. Погнали грабить поезд. Сколько их там? Они сейчас начнут, наверное, стреляться. Так, спокойненько. Спокойно. Сейчас посмотрим, отдаст он нам бабки или нет. Он и так зарабатывает мало, но... Ну, ничего. Давай нам бабки! Блин, конечно, неудобно. Надо на эту сторону спрыгнуть. Дай-ка тихонечко. Тихонечко. Ночное ограбление, там можно сойти прям. А ну, гони мне бабло! Ты чё, охренел? Старый хрен. Давай мне бабки! Ну чё, тормозит поезд? Или он просто тормозит на повороте? Так, окей. Я с тобой долго сюсюкаться не буду. Смотри, он не дает. Ну да хрен с тобой! Я забираю этот поезд. Ого! Он и мужик этот. Мы, кстати, можем пересесть как-то. Как это делается? Блин, не помню, как он пересаживался. С места на место. А вот, пошло дело. Опа. И пересели. Блин, классная тема, но, пожалуй, я заторможу его. Опачки. До нуля. Все, Фредди, мы с вами выполнили. Конечно, не ограбили. Ну, а поезд продадим. Да, братья мои. Ну что ж, ребят, на этом все. Если вам понравилось видео, пишите, что вы хотите видеть с Фредди. Может, какие-то нереально крутые битвы. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, комментировать. С вами был Виолента, и до скорых встреч. Всем пока.